Мои дамы и господа, представляю вам судейскую бригаду титульного поединка. Боковые судьи Николас Идальго, Венесуэла, Серджио Сильви, Италия, Франциско Айоза Росса, Испания, рефери Ираклий Малазония, Россия, супервайзер WBC Оксана Семенишина, Литва. Представляю вам соперниц в синем углу, боец из Мексики, город Мехико, ей 33 года. Рост 168 сантиметров, вес 53 килограмма, 480 граммов. Профессиональный рекорд 14 боев. 7 побед, 1 одержана нокаутом, 5 поражений, 2 ничьи. Экс-чемпионка, временная чемпионка мира WBC Джессика Гонсалес. В красном углу ее соперница из России, город Воронеж. Ей 29 лет. Рост 168 сантиметров, вес 53 килограмма, 220 граммов. Профессиональный рекорд 11 боев. Во всех одержаны победы, 3 из них нокаутом. Временная чемпионка мира WBC, не знающая поражений, Татьяна Зрушевская. Ladies, no low blow, no big punch, no holding. Okay? Listen to my command, show me clean fight. Good luck. Can you help us? А возраст, а рост и вес спортсменок на ваших экранах. На 4 года Джессика Гонсалес старше, одинаковый рост показали спортсменки. И обе, кстати, с таким даже запасиком уложились в рамки весовой категории 53,5 килограммов. Легчайший вес, да. Я до сих пор помню все 17 весовых категорий в профи-боксе, слава богу. Are you ready? Готово? А, покажи. Угол отойди. Макс. Коллега, давай покомментируем немножко, да, что там у нас происходит в ринге. Начинается у нас перестрелка джебом. Бой только начался. Да, перестрелка джебом на дистанции. Татьяна, она, в принципе, здесь проводит уже второй поединок. Да, именно здесь, в марте 2021 года, она завоевала свой титул временной чемпионки мира WBC, который сегодня защищает. Причем против нее также была мексиканка. Да, Эстрелла Вальверде. И тогда очень уверенным единогласным решением судей Татьяна бой забрала. О, слушайте, Джессика, это вышло не за чеком, такое ощущение. Смотри, как она очень, так я бы сказал, борза, в хорошем вполне смысле возможно, слова. Что соскучилась бойко, по боксу, да, три года без начинает боев работать в первом раунде и не щемится к канатам. Ну, мексиканцы, что мексиканки, если мы про спортсменов, про представителей бокса, они, в принципе, все такие, в основном. Да. Без страха и упрека. Это фирменный стиль, я бы сказал. Все-таки не зря притчей в языцах стало слово, что как бы Мексика в ринге. Это да, не да, просто да, так мы придумали. Конечно. Ну и Таня, смотри, так старается смещаться. И потихонечку. Ну, Татьяне торопиться некуда. У нее титул, она чемпионка. Ей нужно просто спокойно, ровно проводить поединок. Даже если будет не нокаут, то забирать победу решение. Ну, кстати, из 7 побед лишь однажды выигрывал нокаутом. Одерживал эту победу нокаутом Джессика Гонсалес. У Тани есть 3 досрочные победы. Из 11. Из 11. Макс. Не суети, подсказывают Зрожевская из угла. Джеб от Гонсалес. Тут же двоечка. Попытался чиркнуть апперкотом. Не достала Джессика. Вот Гонсалес немножко такая размашистая, чуть затянутая. И здесь бы ее подлавливать. Вот. Татьяна тогда потихонечку подставила. О, хорошо. Хорошо. Справа дважды попала Зрожевская. Макс. Второй раунд. Джессика Гонсалес против Татьяны Зрожевской. Джессика перчатки золотистого цвета, Татьяна перчатки красного. Джессика представляет Мексику, Татьяна представляет Россию. На кону пояс временной чемпионки WBC 53,5, легчайший вес. Им обладает сейчас Татьяна Зрожевская. Это ее первая защита титула.
Попадает неплохо сейчас Таня. Начала она подлавливать размашистую Джессику. Иракли Мамазония говорит, нет, нет, не надо. Работа справа, подсказывает Джессики Гонсалес. Здесь хорошо подловила Таня ее. А опасный такой крюк в корпус от Джессики. Прошел. И еще раз начала она так вот за счет того, что у нее длинные руки, слева засаживать Тане по корпусу. Не бей ниже пояса, сказал Иракли Мамазония Джессики Гонсалес. В общем, если Таня захочет порубиться, Джессика к ее услугам. Так мексиканка. Да. Еще. О том и речь. Снова слева попадает Зражевская. Но ей бы, да, чуть-чуть поближе работать. С дистанции там может попасть Джессика. Но ты знаешь, если сравнивать соперниц с Зражевской, коллега, то Гонсалес поинтереснее Вальверды. Я просто помню бой с Эстреллой. Да, да, это правда. Как-то желание у Джессики побольше, так скажем. Она поактивнее, по... Хотя, кстати, по послужному списку не скажем. Гораздо скромнее у Джессики. Мы с тобой, коллега, прекрасно знаем, что есть спортсмены там в единоборствах, в боксе, в ММА, которые гораздо лучше своих послужных списков. Это абсолютная правда. Ну, тем более, как ты говоришь, у... Третий раунд. Начиная с дистанции работы Джессика Гонсалес. Пошла вперед Татьяна Зражевская. Джеб, джеб, джеб. Пока по защите от Джессики. О, хорошо перехватила. Много выбрасывает Зражевская. Гонсалес. Вот не всегда точно только. Да. Татьяна пока хорошо перехватила. И тут же ушла с линии атаки, что немаловажно. Размен такой прям яростный. Я не то чтобы сексист, но скажу так, женские бои не всегда смотреть интересно, потому что девушки, так скажем, менее обучены, если сравнивать их уровень с таким же уровнем у мужчин. Честно, тут но я здесь, бы не сказал, да. Но здесь, кстати, очень даже нормально посмотреть все это. Да, у нас с коллегой достаточно неплохой налет в плане женского бокса, в плане опыта комментирования. Можно с уверенностью сравнивать. Сказать, что эти девушки очень многое умеют. Да, и да. Если их с парнями аналогичного веса выпустить в определенных условиях, я думаю, они могут задать жару ребятам. Стоп! Стоп! Ло-ло-ло! Бокс! Никаких ударов ниже пояса. Иракли Мамазония. Внимательно за ним справедлив. Следит. Да. И знает английский язык. Это все правда. Хороший боковой от Зражевской. Приклеивается сама. Девчонки разрывают клинч сами. Без посторонней помощи. Джеб. И тут же отвечает боковым Татьяна Зражевская. Вот молодец Таня, что стала поднимать руки высоко. Здесь по защите от Джессики. И контратака от Татьяны Зражевской. Заканчивается раунд. Ждем следующий боевой отрезок. Бакс. Четвертый раунд из 10 запланированных. Татьяна Зражевская из России против Джессики Гонсалес из Мексики. На кону пояс временной чемпионки WBC 53,5. 53,5. Легчайший вес. Татьяна в перчатках красного цвета и в золотистых. Вот сейчас пропустила. Да. Пропустила навстречу Джессика. Там хорошо попала Татьяна навстречу, действительно успела выбросить этот короткий боковой, а там апперкотом цепанула. Ну, в общем, мне кажется, потихоньку Татьяна начала пристреливаться. Да, потихонечку стало все увереннее и увереннее выбрасывать удары. В первом-втором раунде у Джессики проходили хорошие удары слева с дистанции по корпусу. Перестала на их бросать. Это правда. Вот, хорошо сейчас отработала Зражевская. Справа по корпусу ответила Гонсалес. Хорошо, все, снова так же играй. Вот, кстати, заметил я один такой интересный технический элемент сейчас.
Проверю, можно ли это заметить на ваших экранах. Вживую очень хорошо видно. У Татьяны очень интересный такой боксерский технический элемент. Точно знаю, потому что меня этому тренеру на тренировках обычно пытаются научить. Когда ты в блоке, руки нужно распрямлять в перчатках, чтобы площадь защиты была больше. Если обратите внимание, у Джессики всегда кулаки сжаты. А Татьяна-то, кстати, вот этой фишечкой пользуется очень активно. Она сжимает кулак только для удара, а потом сразу руки прямые. Джессика. Повышает общую площадь блока. Очень полезный смотри, прием. Пока темп у нас не падает. Да, очень хорошо по рингу девчонки. И ровно. Никто особо не взрывается, но не останавливается паузу. Ну, сейчас взяли паузу небольшую. Опа. Ой-ой-ой. Попали там друг по другу, попали, мне показалось. Да, менялись боковыми. Там прошел джепу Гонсалес и попала она по корпусу опять слева на коротке. Неплохой раунд для мексиканки на самом деле. Пятый раунд, дорогие друзья. Да, у нас двухминутки продолжаются в этом титульном поединке. Хороший джеб от Татьяны Дрожевской. Отвечает по корпусу Джессика Гонсалес. Здесь по защите все. Таня начинает чуть-чуть на себя вытягивать и встречать на коротке боковыми ударами точными мексиканку. Ну, Джессика Гонсалес пока что такой бой Татьяне закатывает, качественный. Старается чистый. Девушка. Там опять слева прошел удар точно у Татьяны Зражевской. И еще раз. Здесь по защите джеб больше. Здесь плечом защитилась Зражевская. Много ударов выбрасывает Гонсалес, но вот... Точных из них? Да, я только хотел сказать, в точности я не уверен. Вот по корпусу у нее проходит удар. А это да. Но бросает она их не так часто. Там ой, хорошо, не сейчас прошел. Да. А кого это прошел у Татьяны? Ой-ой-ой. Слишком часто ты бьешь ниже, да, ниже, да, пояса. Предупреждает уже очередной раз Джессику Ираклий Малазония. Вопрос, знает ли Джессика английский? Это правда. Мексиканцы, кстати, не все обязаны английский знать. Далеко не все. Я бы сказал, они вообще не обязаны его. Некоторые принципиально его не изучают, да, например, и Сауль Альварес. И такой момент есть, да. О, здесь попала. Гонсалес и переключилась на корпус. Ну, там Изражевская сразу ответила левым. Да, ну, в общем, клинч. Достаточно хороший конкурентный бой. Мы с вами смотрим уже 5 раундов. Я так скажу, Таня, наверное, не потому, что я там российский комментатор и болею за россиянку. Я так скажу. Не поэтому. Я скажу так, что Татьяна, наверное, выигрывает раунды все же, но, может быть, не так скучный. Вечер карт, друзья, просто бомбический. Про... А какой бой предыдущий был? Это вообще. Просто... Мы отходим до сих пор, мне кажется. Да, тем временем у нас пошла вперед Татьяна Зражевская. Клинчевать много стали девушки. Может, подустали, хотя... Может быть. Таня, предыдущий бой все раунды прошел. Попадает снова Татьяна. Джессика пошла вперед, разозлилась, получила по лицу. У Зражевской, допустим, попала по корпусу. Целых 3 раза были все 10 раундов. Все, то есть Таня прекрасно для знает, нее что это не такое. В новинку. Да. У... Ого. Джессики. У Джессики 6 раундовых боев уже все, было в карьере. То есть обе девушки они знают, как распределять силы. Прекрасно понимают, о, какая что заруба. Это такое. Мексика с мексиканкой. Да, Мексика с мексиканкой. Удивительно, но факт. О, по корпусу сейчас попало. Клёстко, клёстко. Да, Гонсалес. Такие удары на весь зал было, их слышно. Мне кажется, стало больше вкладываться Джессика с течением боя в свои удары. Ну, ты знаешь, возможно, она понимает, что по очкам может и не выиграть. Может быть, может быть. И так попытаться, да, где-то подсадить, утомить Татьяну. Чтобы та так... за нокаут? Да, ну, чтобы та так не прыгала сильно. Джеб от Джессики. Пережидает как-то Татьяна в 6-м раунде, если честно. Мне, по крайней мере, так кажется. Слушай, она получала по корпусу? Ну да, может быть. Из-за этого. Ну вот, наверное, вот в этом раунде, кстати, я могу мексиканку похвалить. Да, согласен.
И сразу начинает Травахо работать. Джессика Гонсалес. Это да. Хороший был у нее, в принципе, шестой раунд. Попадает слева сбоку еще раз. Тут даже Татьяна Зражевская. Татьяна, наверное, понимает, что пришлось взять такую паузу в шестом раунде. Не на 100% его провести. И сейчас нужно это отрабатывать. Да, нужно компенсировать. Да. Не всегда удачные действия. Опять по корпусу попадает Гонсалес. Она так прям пристрелялась. Слева у нее регулярно вот этот крюк в корпус проходит. Когда она бросает его, естественно. Немножко грязи в клинче от Джессики. И вот снова туда-туда, в корпус. В корпус работает мексиканка. Какой-то немножко каким-то вязким стал этот поединок во второй половине. Немножко подустала, видимо, Татьяна и перестала так явно обозначать свое преимущество. А Гонсалес вперед, вперед, вперед. Да. Ее пропущенный удар вообще не останавливает. И поэтому... Плюс она стала попадать по корпусу снова. Да. Как в начале поединка. Поэтому как все больше и больше у нас в инсайде работы, и бой становится вязким. Поэтому Таня приклеивается, она с дистанции по корпусу, ну, да, пропускает. Да, видимо. И вообще как бы Гонсалес длиннее руки. Такое ощущение чисто визуально. Поэтому вот во второй половине мы шестой раунд как так виртуально, по нашему мнению, отдали мексиканке. Седьмой, он уже почти закончился. Но я бы не сказал, что он смотрится. Да, я бы не сказал, что он особо успешный для Заражевской. Согласен. Надо ей что-то менять. Вот снова, снова в корпус. Спур целый, да, там пролетел. Начинает сразу же обрабатывать корпус с первых же секунд Джессика Гонсалес. Ну вот эти удары дают свои дивиденды в поздних раундах в этом бою. Ну ты знаешь, вот на выходе из клинча попадает Таня слева сбоку. Спурт от Дрожевской. Гонсалес взяла паузу. Таня тоже так особо вперед не прет. Ну да, ищет свой момент, понимая, что на ближней дистанции, если работать, то там Джессика ее просто перестреливает своими сумасшедшими спуртами. Поэтому нужно четко попадать на технику теперь, мне кажется, Зражевской. Не нужно сваливаться в драку с мексиканкой, потому что ей это комфортно. Да, начинает Таня вытягивать на себя. Да, и бьет навстречу, все правильно делает. Вот признак боксера или здесь в этом случае... Здесь девушки, промазала. Боксера высокого Джессика. Уровня, способность на ходу поменять свою манеру работы. Так стало, смотри, Таня, стараться у нее локоть всегда у корпуса. Но получала, потому что. Да-да-да. Это мы отметили еще в позапрошлом раунде. По корпусу Татьяна пропустила прилично. Буквально выбила дух из своей соперницы Джессика Гонсалес. Вот так. Макс. Конец раунда. Здесь по защите. Да, хорошая концовка Татьяны. Да. Да, в принципе, кстати, восьмой раунд намного успешнее для Зражевской складывается, чем два предыдущих. По крайней мере, мне так показалось. Да. Меньше стало пропускать. Да. Больше стало наносить, я бы сказал, даже, что тоже немаловажно. Ну, следующие раунды так называемые чемпионские, 9-10. Да. Посмотрим, как сложится. Это уже почти закончился. Концовочка за кем будет? Татьяна на контрпанче пыталась поймать соперницу. У нее там, это получилось. Справа, да, и приклеилась. Вот как бы вот вырезалась Татьяна в свою соперницу сейчас в самом начале раунда. А Джессика где стояла, там и стоит. И никакой тебе пятницы не будет. Ну и столкнуть ее физически, наверное, все-таки сложновато будет Тане. Потому Джессика что Джессика-то в драку залезет с удовольствием. И вполне возможно, что победительница из нее выйдет. Да. И снова по корпусу попадает Гонсалес периодически. Таня пытается просто ее реально столкнуть. Как это по-английски? Забыл. Но помню. Пуш. Нет, не пуш. По-другому там. Чисто-чисто боксер такой термин. Не уверен, что владею. Прошу прощения. Ну, в общем-то, работа в инсайде очень большая от Татьяны в этом раунде. Ох.
Такой открытый бокс у нас в девятом раунде. Опять Мексика? Ну, а это родная стихия для Гонсалес, судя по тому, что я вижу. Позволю себе такой же организм. Это такой прям махач в ринге. Да. Вот так скажу. Не побоюсь. По корпусу попадает Дрожевская на ближней дистанции. Мексиканка на ближней себя тоже чувствует прекрасно. Да вообще прекрасно. И смотри, как она сует прям боковые, Таня. Друг другу. И по корпусу. Ударов наносят. Но бой энергозатратный, очень плотный. Очень плотный. Вот головами друг об друга стучатся постоянно девушки. Ну и шишка уже у Тани есть. Да. Ничего удивительного. Самая концовка девятого раунда. У нас еще 2 минуты впереди. Бить, 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 кричат Таня. Ну, правильно, правильно. Ну что ж, 9 двух минуток позади. Ждем финальную. Так, друзья, заключительный 10-й раунд этого женского боя. Рванула вперед Татьяна Зражевская. Заклинчевала тут Джессика Гонсалес. Не совсем я понимаю эту тактику прорываться в инсайд мексиканки, если честно. Где мексиканка сама может вот отгрузить. Именно. Но здесь, знаешь, так уже можно подустать считать удары с обеих сторон. Абсолютно согласен. Их очень много. И за всеми не уследить. Но у нас, в конце концов, профессиональная судейская бригада WBC. Все-таки у нас временная чемпионка мира в этой весовой категории определится. Ну, либо прям... и останется Татьяна. Ну, слушайте, ну, жара в ринге. Да. Мексиканка идет вперед, Таня отвечает. Ничего удивительного не вижу. Мексиканка идет вперед. Ну да, здесь как бы масло масляное. Но... Бух, корпус. Отвечает апперкотом Таня. Да, корпус, еще абсолютно, раз абсолютно бескомпромиссный поединок девушки показывают, особенно на ближней дистанции. Постоянно засаживает туда, в корпус, и даже чуть-чуть не... Ну, ты знаешь, местами мне кажется, что мексиканка грязновато работает, так она иногда прям ниже резиночки бьет. Но ее Ираклий Маладония уже огромное количество раз об этом предупреждал. Но пал не снял при этом. Да, это правда. Стоп. Там волосами зацепилась мексиканка за какую-то, за какой-то фрагмент экипировки своей соперницы. Неприятно было расхождение из клинча. Но здесь даже такой, знаешь, даже не рука, а такая где-то местами даже борьба. Только, ну, да, только да, он сдвинет с места. Согласен. Концовка поединка. Пытаются друг друга перебороть девушки. И все. Ждем решения судей. Так и есть. Уважаемые дамы и господа, итак, по окончании 10 раундов обратимся к судейским запискам. Судья Николас Идальго, 94-96. Судья Серджио Сильви, 96-94. И судья Франциско Айоза Росса, 93-98. Раздельным решением судей победу одерживает и становится новой временной чемпионкой мира WBC Джессика Гонсалес!